Всем привет, меня зовут Ренат, мне 23 года. Выбрал именно тренинг Вовы, потому что на данный момент, понятно, субъективно, но посмотрев много пикап-тренеров и пикаперов в целом в России, мое мнение, Вова сейчас топ-1. И, в принципе, он это оправдал. То есть я смотрел его видео, я читал его книгу, пришел, офигел, насколько еще более широкий человек именно в смысле своих познаний. Очень круто все делает. Вова, тебе большой респект, большое спасибо. Я тебе желаю очень много еще клиентов, которым ты действительно поможешь. В общем, Вов, спасибо большое, офигенный тренинг, все супер, всем советую. Ты зачем вообще пошел на тренинг? Ты же и так офигенный. Так, нет, я не офигенный, раз. Неправда, он все врет. Во-вторых, я считаю, что у людей... Тренинги — это же для задрота. Нет, это на самом деле большое заблуждение, потому что нет предела совершенства. Вы можете взять любого чувака, у каждого есть свои тараканы, и, как говорится, тараканы с головы на голову перебегают. Они различных размеров, но у всех есть зоны роста, над чем нужно работать. И у меня есть зоны роста, у всех есть зоны роста. Я пришел их проработать, я их проработал, я прифигел. Ну, сейчас большой получил пул знаний и задания, которые я буду выполнять. И это даже как видеообещание самому себе. В общем, ребят, не забивайте на себя, и жизнь, она очень действительно короткое время пролетает быстро, и если вы сейчас не займетесь собой, завтра он никогда не наступит, чуваки. Дерзайте. Сегодня. Да, давайте, делайте сегодня, работайте над собой. Вовы, на самом деле, вот, кстати, забыл сказать еще, извиняюсь, если долго. Бог у Вовы простит. В чем... А? Бог простит, говорю. В общем, в чем фишка Вовы, я считаю, что... Неважно, там, стоимость тренинга, деньги, не деньги, сам факт, что я ему даже завидую, он делает социально значимую вещь. По факту, он помогает мужикам, мужчинам, парням, пацанам раскрыться и улучшить свою жизнь, именно наполнить ее эмоциями, потому что жизнь, она вот так и проходит, что, вау, офигенная девка, ну ладно, я завтра подойду, или не сегодня, или я там стрёмно одет, или ладно, я когда начну кучу денег зарабатывать. Это не так важно. Слушай, а может быть, можно просто посмотреть видео на канале, да, и всему научиться? Видео недостаточно, потому что очень много чуваков, я на своем примере сейчас говорю, посмотрел видео такой, блин, ну не у всех так, ну офигеть, круто, ну, наверное, легко. А потом, как Вова показывает, подходишь к девушке, здравствуйте, можно поцеловать вашу ногу? И все, и ковыряя в носу, убегаешь просто от стыда, весь красный, потому что на практике действительно это очень сложно. И чтобы этого добиться, нужно... по чуть-чуть выполнять упражнения, которые дает Вова, честно быть перед самим собой, знать, что нужно их сделать, и они вас раскроют, и они вам помогут. Это правда. Все, круто.